Каир, что это у нас с тобой? Окна все запотели. Ну-ка, чуть открыть. Того, что варю, да? Анжелка и Танька. Купаются, лайки уже погуляли. Каюрча. Братан. И этот как его? Я ему навел, сейчас резал мясо. Ливер. Сейчас досадку. Песня. Проявляет, смотрит на меня он. На меня смотрит. Что я делаю? Шелест сначала варил кашу. Ну, сейчас варю еще ее. Смотрит, реагирует на шелест, то есть вкусняшки. И это. Ну, так потом закрою. Перед как поедем с ним. О! Уже можно есть. Что кипит во все. Ух, ух. А то потом приеду, когда медлечебницу. Ну, хорошо порезал. Так, кашу. Сейчас, Каюр. Так, пусть открыто будет. Кашу. Так, сейчас рису и гречи. Так, попал пачечки. Да. Пол пачечки риса. Опа. Для твердости, потому что в той крупе, которая я купил им в мешке, там есть геркулес, ячка, все дела. Полосну. Так, а крупа у нас. Смотри, сейчас дам, угощу тебя, Каюр. Вкусняшкой. Вот он мешок. Вот он разный. Мам, да, ведерко. Не помню, с чем-то от майонеза. 900 грамм вроде. Ну, хватает как раз. Самое то получается на это все. О. Вот так вот. Вот так вот. Каюр. Каюр, пойдем. Пойдем. Может, швы сегодня снимут? Пойдем. Кашляет. Сейчас. Ешь, ешь. Стесняешься, что ли? Ну, хочешь, пойдем на улицу на этот. Бросил. Иди на диван. Каюр, иди ко мне. Каюр, иди садись. То снежок, то дождик. Все, приду, посмотрю, проверю. Давай. Он жалко. Кушать по чуть-чуть. Коски небольшие, нарезанные. Проверим.
Молодец, иди обратно. Иди. Привет. Анжелка. Анжелка. Прям природа. Сейчас как налетают. Будет мне тут прям охота во дворе. Всех в суп. Сашке Морозову обещал уток. В телеге я вам присылал нашу голосовую переписку. Помывка очередная. Александр Морозов. Может, приедет сейчас в этом году? Уткам подготовлю штучки 3. Ну, я не буду загадывать, потому что охота такое дело, это не магазин. Будет, не будет. Сколько будет, все его и мое. Там, может, на рыбалочку подтянется. Я ему высказал. Я говорю, 60 километров, ты все резину. Сейчас репетиция у него, то все. Поэтому. Так. Что, Каюрбидзе? Да. Все, перекусил чуток? Кашу-то съел за ночь. Сейчас я потише сделаю. Братан. Умываешься? Гостей намываешь? Шерсти много. Начинаешь линять по новой. Подхрюкивает, подсвистывает. Он келых матушки на лапах. Зимние псы. Все. Спят и стало игрушки. На месте? Хорошо, что на месте. Но сухенький. Сухенький, хороший шов у тебя. Вообще все хорошо. Давай мы ей скажем, пусть снимает, да? А хотя и время уже подходит под снятие. И пусть... Либо здесь по месту снимем. Подбревать уже надо. Я не уже... С тобой-то я справлюсь. Ой. Так, ладно, что тут у нас? Ты, Карю, пока лежи. Еще не выключил-то мне. Вот такая каша. Ух. Так, дал время я ей. Можно такую крупу засыпаю. Ну что, в город Нару поедем? А? Лапу дает мне. К Елизавете Олеговне вроде. Поедем? Откашусь, да, да. Перекусил. Вечером еще перекусишь. Такой полдник. Сразу ворота открывает свои. Че открыл-то там все? Че открыл-то? А? Вот. Нос мокрый, холодный.
все. Каша сварится, поедем. Ладненько. Вот такие дела. Вот такой вот перекус у Каюра был.